Здравствуйте, ребята, я снова рада вас видеть. Присаживайтесь, садитесь, как вам удобно. Вы сели, как вы будете. Я тоже присяжу. У нас всего 20 минут. Очень надеюсь на интересное общение. И прежде чем начнем разговаривать, я хотела, чтобы посмотрели ролик. Кому удобно, смотрите на монитор. Вы считаете какую-то информацию, вам она нравится.
ставите под ней. Что? Лайк. Конечно. Ставите. Это видят все ваши друзья. 300 с чем-то, да, кто сколько называл. Да, таким образом распространяется, конечно, информация, реклама. Совершенно верно. Добавить друзья. Или предложить друзей. Убрать из друзей. Добавить в списке, да? Скажите, привычно, да? Насколько соотносится это с ценностью самого, с ценностью понятия дружбы, это формально как-то? Ну, это совершенно не соотносится, потому что мы не можем просто так взять этого человека в свою жизнь, сделать его своим другом, это больше как бы для галочки, как ты можешь говорить. Галочки. Ну, вот нельзя убрать человека из друзей, но можно просто, например, удалить церковь, чтобы он у тебя не находился, но убрать из жизни этого человека невозможно. То есть как понятно? А еще и черный список. Ничего себе. То есть как соотносится? Ценность самого понятия дружбы. Ну, то есть здесь друг это только название, и оно по сути ничего не значит, и давно же в массовых культурах, то есть давно уже используется понятие друг в сети, то есть я думаю, что в фильмах. Ну, то есть, например, те же самые по типу убрать из друзей, то есть тебя не в сети, тебя не в жизни, по сути. То есть понятие настоящей дружбы обесценивается. Люди, ну, перестают так это воспринимать. То есть само слово, да, получается, становится не таким значимым, само понятие совершенно верно, конечно. Представьте, что совершенно незнакомый человек просит к вам в друзья. Такое же бывает, правда? Да. Бывает. Что у вас подвигает добавить его в друзья или наоборот отказать ему? Скажите, пожалуйста. Ну, общая картинка профиля, тогда можно с фотографией, какие-то интересы. И, возможно, для многих играет пол, так как мужчину, наверное, девочки менее хватило, чем свои. Я никогда не добавляю друзей людей, тех, которых я не знаю лично, так раз. А я считаю, что это не друг, а просто человек со стороны. Думаю, наличие прямого общения с этим человеком. Если я с ним общался, я его добавлю. Если нет, то отправлю еще на список тоже. А я, наверное, не согласна, потому что благодаря таким случайным заявкам мы можем найти истинных друзей. Можем. Не всегда, но можем. А каким образом? Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош. Что делать, если сразу не разберешь, плох он или хорош? В чем? Что делать? В черный список. В черный список? Сразу в черный список. А вдруг это будет твой лучший друг? Если он тебя привлекает, почему не добавить друзья и не учить общение? Я так, например, тоже думала со своей лучшей подругой. Замечательно. Социальные сети помогают, правда? Да. Очень здорово. Но вы же не только социальные сети, да? Да. Это очень хорошо, конечно. Я предлагаю вам маленький эксперимент. Вы сейчас посмотрите на фотографию, возможно, вы ее узнаете. Да? По фотографии расскажите мне об этом человеке. Представим, что это аватарка. Хорошо? Пожалуйста, расскажите мне об этом человеке. Вот аватарка. Боец. Ну, пожалуйста. Впечатление, первое впечатление. Вот вам просится друзья человек. Ну, скорее всего, это не он, как я бы подумала. Я подумала, что это картинка из интернета, и просто человек скрывает свое лицо. Вот и я бы наверное. А если все-таки это он? Попытайтесь. А там галочка стоит. По характеристику составьте только по портрету. Если это был он, то у него подписчиков, я думаю, было бы очень много. Ну давайте характеристику попробуем, да? Характеристику по фотографии. Ну, просто к вам человек друзья, да? Вы смотрите, оцениваете. Я не могу не знать человека, вот что-то сказать по его фотографии. Ничего вообще, вот эта фотография ни о чем не говорит. Он спортсмен, еще. Причем, скорее всего, участвует. Профессионал, потому что мы можем видеть это по качеству фото. Скорее всего, профессионал. Полит. То есть, скорее всего, это вырезка из какого-нибудь боя, если, например, на боксер. Потому что, если бы это было, в принципе, у человека, то он был фотографией, которая лично нужна ему
насколько я знаю, что любые боксеры, несмотря на их жестокость, всегда перед собой первый идеал ставит семью. То есть, если бы это было из 37 человека, то он поставил более качество бы было меньше и так далее. Так что, скорее всего, это либо характер ему создан, ну, страниц, которые ему создали, то есть, либо это. Все-таки характеристики. Определение. Ну, вообще есть профессия по определению, по фотографии, характеристики человека, но мы ее не знаем. Ну, трудно, да, представить. Ну, хорошо. Тогда давайте, это только по фотографии, а теперь только по звуку, по голосу. Хорошо? Попробуйте себе представить, что перед нами за человек. Слава Богу, мы не голодаем, слава Богу, войны нет. И каждый может приносить пользу своему и государству, и своим ближним, выполняя ту работу, которая максимально хорошо, ту работу, на которую его поставил Господь. Все свои взгляды я стараюсь передать молодым поколениям. В любое время мужчина должен быть сильным и должен в любой момент стать на защиту своей страны. Это политический деятель, сподвигающий людей на что-либо, потому что там был щелчок затвора фотоаппарата. Плюс он плюс был монолог его, подвигающий на какую-либо деятельность. Так как он говорил о том, что ему не сложно, но мы должны быть сильны. Хорошо. И я согласна с Яном, то, что это политика, потому что это голос его постоянно. То есть у него политика, голос имеет на такую интонацию, потому что текст готовится заранее, и, по сути, они стараются вкладывать какие-то чувства, но особых таких нет. И также были вспышки фотоаппарата, но не такие частые, чтобы это было, чтобы это был какой-нибудь певец, либо актер, поэтому, скорее всего, политика, потому что политика допускается ограниченное число. Что вы можете сказать об его характере, Саша? Ну, можно, если вы говорите о том, что это политика, и просто, если вы послушаете его голос, то можно сказать, у него мягкий голос, приятный. То есть, возможно, если это политический деятель, то это хороший политический деятель. О чем он говорит? Если честно, я не воспринимаю эти слова, потому что мне казалось, что это как оболочка человека. Возможно, он делает ради своей выгоды. Скорее всего, да. Как я начала. А о чем он говорит? Что вы еще услышали? Сейчас. Давайте. Слава Богу, мы не голодаем, слава Богу, войны нет. И каждый может приносить пользу своему и государству, и своим ближним, выполняя ту работу, которая максимально хорошо, ту работу, на которую его поставил Господь. Все свои взгляды я стараюсь передать молодым поколениям. В любое время мужчина должен быть сильным и должен в любой момент стать на защиту своей страны. Это больше посвящено как-то мужчинам, потому что он говорит, любой человек должен встать на защиту своей страны. То есть это в данном случае, мне кажется, даже больше к мальчикам, чем к девочкам. Он сильно не уверен в тексте, так как он очень сильно запинается перед практически каждым словом. И чувствуется, что либо текст ему реально дали выучить, либо он его импровизирует. Это спонтанная речь, это интервью. Кстати, возможно быть какие-нибудь оправдания, потому что просто речный мод, то есть пауза, то есть в нижнем месте, то есть. Сложилось впечатление, что он подумал. Если он других сподвигает на помощь государству, но сам ничего не делает. А вы не знаете, да, что он делает, то хорошо. То есть мы увидели одну картинку, сложили впечатление. Теперь мы послушали другое еще здесь впечатление. Я вам скажу, это один и тот же человек. Федор Емельяненко, многократный чемпион мира по смешанным единоборствам. Действительно, прекрасный семьянин, вы услышали эту речь. Много сделал не только для своих детей, но и для детей всей России. Он на заработанное строит храмы и спортивные школы. Теперь какое впечатление об этом человеке? И картинка, и речь. Это один и тот же человек.
что вам понадобилось, чтобы изменилось отношение сейчас? Да? Почему? Новая информация появилась. Новая информация. Что вы узнали? То, что он занимается благотворительностью. Теперь информации достаточно? Да. То, что, конечно, информация стала гораздо больше. Конечно, настоящий патриот, который борется за Россию. Можно ли понять по аватарке, какая глубокая стоит личность? Нет, конечно. Что для этого нужно, чтобы узнать? Послушать, пообщаться. Пообщаться, конечно, еще. Знать больше информации. Просто больше информации или еще что? Знать о тех деяниях, которые слушают. А может быть, вместе с ним, да? Что-то. Узнать о принципе человека. Конечно, а как это узнать? Только о общении. О его личной позиции. Что-то вместе с ним пройти через что-то. Через какие-то препятствия для жизни. Конечно, конечно. И знаете, напоследок я хочу, чтобы вы сегодня послушали целиком. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так. Если сразу не раз вперед, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одном с тобой, там поймешь. Я надеюсь, что здесь настоящие друзья социальных сетей, которые вам нравятся.